святой мученик Акакий был предан суду за веру свою во Христа. Три правителя пытались заставить святого мученика принести жертву идолам, подвергнув его жестоким мукам. Правитель Ликиний повелел рвать тело святого Акакия орудиями пытки, но не сломил веру мученика. Отосланный к правителю Терентию, был святой брошен в котел с кипящим маслом, но остался невредим. Терентий отправился в города Апамею и Аполлонию и приказал вести мученика за собой. В одном из этих городов привели Акакия в языческий храм, но святой вознес молитвы Господу, и вмиг упали все стоящие в капище идолы, да разбились в пыль. Сильно избив, отдали мученика на растерзание зверям, но и звери не тронули его. Увидев его живым, Терентий в ярости приказал бросить святого в раскаленную печь. Но и там мученик остался невредим. Правитель же, желая удостовериться, достаточно ли раскалена печь, сам сгорел. Тогда передали святого Акакия некоему Посейдонию. В тяжелых оковах привели мученика в город Милет, но и там он своей молитвой сокрушил всех идолов. Наконец, озлобленные мучители обезглавили святого Акакия. Мученическая кончина его последовала около 321 года. Десятое августа. День памяти святого мученика Акакия Апамейского, Милетского.